Итак, друзья, всем привет! Сегодня 28 апреля 2020 года. У нас, друзья, пришло потепление на Урал. Зацвела верба 3 дня тому назад. Цветет очень неплохо, хорошо. И вот, друзья, сегодня у нас пчелы работают на нашей пасеке. Уже 3-й день несут обножку. Также цветет у нас по обочинам дорог, по косогорам мать и мачеха. Это, друзья, неплохо. Наконец-то пчелы наши вылетели на работу. Ну а что мы, друзья, будем делать сейчас на пасеке? Мешать пчелам мы не хотим. Пусть они запасутся пыльцой, нектаром свежим. Ну а мы решили сегодня покрасить наши ульи. Как будем красить ульи? А красить, друзья, будем таким образом. Так как, если все нормально так рассуждать, конечно, погода неплохая, красить ульи. Но нужны ульи такие, как бы все понимаете, друзья, чтобы в них не было пчел, где-то в таком месте красить, сушить и потом эти ульи как бы переселять в эти чистые, продезинфицированные, покрашенные ульи новые, наши семьи. А так, друзья, у нас сколько было новых ульев, мы все их заселили, за исключением 3, но они у нас там с медом стоят. А красить мы будем таким образом. Красить будем прямо те ульи, которые подлежат покраске, не выселяя пчел, мы будем их красить краскопультом. Да, друзья, это возможно. Мы так уже делали, у нас все это прекрасно получалось. Вот с утра я сегодня тоже приехал, покрасил несколько ульев, хотя пчелы вылетали из наших ульев, но тем не менее у нас все получилось. Я покрасил часть ульев. Ну, сейчас мы продолжим. Мы покажем, как мы это делаем. А здесь мы удлинители по пасеке прокидываем. И вот так вот принесли компрессор. Ну и краска готовая здесь. Делаем краску жидкую, чтобы наш краскопульт свободно ее разбрызгивал на улей. Ну вот, друзья, по плану у нас вот тут улей. Пчелки летают. Ну вот, друзья, компрессор включился. Ну что, Миша, пробуй крась. Мне не налить. Я тебе налью, давай. Ну все, давай, начинай красить. Вот смотрите, друзья, сейчас как мы красить будем. Могу вам показать сам. Вот когда начинаем красить, пчела будет залазить снова в леток. Вот смотрите, в верхнем летке нету. Прокрасили. Мы как бы отпугиваем пчелу. Thank you.
сильно литок, друзья, мы не брызгаем, потому что пчелы летают, но тем не менее улей у нас красится. Вот смотрите, пчелы нет на литке. Мы их отогнали как бы порывом воздуха. Ну и в принципе достаточно. Здесь вот не прокрасилась, Миша, старая краска. Краска, друзья, здесь была водоэмульсионная. Она для ДВП вообще не подходит, она просто отскакивает от ДВП. Но эти ули красились лет 8 назад, они уже все облезли фактически. Ну, в принципе, вот так вот подмолодили наш улей. Здесь, Миша, еще вверх пройдись. Вот здесь вот сбоку и заднюю стенку, наверное, добавить еще. Ну и достаточно. Ну вот, друзья, ули покрасили. И это с учетом тем, друзья, что пчелы-то у нас работают, несут обножку. Ну а так, конечно, друзья, вы сами понимаете, и я понимаю, что красить надо ульи тогда, когда они пустые, без пчел. Но вот такие бывают непредвиденные обстоятельства, что хотелось бы подмолодить ульи, чтобы было красиво на пасеке. Ну, что мы и делаем. Ну вот, друзья, очередной улей. Сейчас Миша снова его красит. Ну вот, от летка отогнали пчел. И красим переднюю стенку. Потом захватываем сбоку. Так как ули у нас вплотную стоят, передвигать мы их не будем. Вот так вот. Ну, сейчас останется покрасить заднюю стенку. Вот, друзья, ули покрасили, и в принципе достаточно. Но эти более приличные. Вон там покрасил красной краской, но что, друзья, ничего страшного. Тем не менее, пчелы не потеряли свои ульи, они работают. Давайте я вам покажу. Пчелы летают. Вот, друзья, хотел бы показать красный улей, покрашенный. Пчелы летают, это я красил до обеда. Ну, красная краска осталась, докрасил я тут. Летает в литок, ничего не потерялись пчелы. Ну а так, это исключение, красная краска у нас. Ну вот, друзья, хотел бы вам показать. Вот этот улей был синий, стал зеленый. Ну, думаю, крышку прокрасил. Может быть, пчелы не будут ее грызть. Будет видно уже в дальнейшем. По белым пятнам, если не снова прогрызут крышку, начнут грызть. Ну, а пока что работают. Работают, пчелы летают.
Ну а так, друзья, мы показали, как мы красим свои ульи, когда такая обстановка, что нет готовых крашеных ульев. Но я уже говорил, все, что было, мы уже заселили наших пчел в новые ульи. Но сейчас вот именно остались несколько ульев некрашенных. Вот таким образом мы их прокрашиваем. Ну а так, друзья, на этом свой видеоролик буду заканчивать. Пишите, друзья, комментарии, что вы можете посоветовать насчет покраски ульев. Это тогда, когда пчелы там находятся в улье. И вообще, напишите, правильно ли это вообще. Конечно, и с одной стороны, я думаю, тоже сам это неправильно. Но, как видите, друзья, все получается. Ульи красятся, пчела летает, ульи не потеряли свои. Но, тем не менее, покраска ульев происходит. На этом, друзья, ролик заканчиваю. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик. Жмите его, и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.